Итак, немножечко еще пару слов. Сейчас мы пройдемся по площади. Прям будем идти и говорить. Значит, общее ощущение от города. Триест, город, расположенный на берегу моря. В городе очень специфическая атмосфера, широкие улицы, высокие здания помпезные. Чувствуется, конечно, что здесь идет очень мощная славянская культура. Люди с тобой общаются, ну, абсолютно по-другому, не так, как это было бы в Парденоне, где люди, ну, просто ненавидят друг друга и ненавидят людей, приезжающих в Италию. Это могут быть эмигранты, это могут быть туристы, студенты, кто хочет. Они их не любят. Здесь мы сегодня общались с людьми, и люди довольно-таки любознательно, общительно объясняли, показывали, что очень нравится. И Италия, она вся такая, особенно если идешь в Сицилию, Калабрию, медитеранцам. Они общительные, теплые, они почти такие же, как мы, только, соответственно, они являются итальянцами. Хотя они обычно говорят, я сицилиец, и только потом итальянец. Ну вот, вот здесь спереди мы видим дворец, с которого к народу обращался сам Муссолини в свое время. Вот, он нес, здесь было очень много людей, он нес свою речь народу. Что он им говорил, я не знаю, но дворец прекрасен. Его часы, его башни, флаг висящий, подсветка, фонари, подсветка вечерней площади. Вот, и вот отель, про который мы говорили, очень дорогой, отель Харрис называется. Вот, очень престижный, дорогой отель. Сюда приходят разного рода политические лидеры и так далее, когда здесь проводятся какие-то договоренности, встречи, они, как правило, отдыхают в этом отеле. Ну а сейчас мы пойдем на пирс, и с пирса сделаем еще один крупный план площади, а потом потихонечку, откланившись, мы двинемся на север. Хотя мы и так на севере, мы более севернее, чем где мы живем. Но мы двинемся домой, в Парденоне. Поэтому, посмотрев наш фильм, советуем всем подергать там снизу за колокольчик, так немножко и подписаться, потому что если вы не будете подписываться на наш канал, если вы не будете ставить лайки, если вы не будете с нами взаимодействовать, как же мы поймем, что вы хотите увидеть? А это же прекрасная возможность, потому что мы постоянно путешествуем, постоянно ездим туда, сюда, обратно, о боже, как приятно и так далее. Поэтому обязательно спрашивайте, интересуйтесь. К нам не так часто, но обращаются люди с разного рода вопросами, как найти работу, там, какой город посетить, какая стоимость переезда из одного города в другой и так далее. Конечно, Италия не для нищебродов однозначно. То есть для того, чтобы приезжать в Италию, нужно с собой иметь как минимум 10, 15, 20 тысяч евро, если вы хотите покататься по северу, может быть, по Калабрии, по островам, потому что если видите на своем транспортном средстве, конечно, это может вам стать намного дешевле. Если вы хотели арендовать классную элитную машину с водителем, покататься по городам, с гидами, посетить другие, это, конечно же, все стоит кэшечку, лавешечку, денежки, долярочки, зеленочки, еврики. Короче, карманчик они должны сжимать, как я всегда говорю. А теперь небольшая пауза, идемте на пирс.